Как? Делишки, ребятишки, с вами снова Адисан и Игорь, и добро пожаловать в новую серию «Креатив против выживания в Муинсруфте». Ну, нормально, делишки, всем приветишки. Всем приветишки. Да, ставьте лайкукишки, если хотите новые серийшки, вот. Короче, ставьте лайки, если хотите новые ролики по креативу и выживанию, я всегда буду рад. Какашек, тем больше сериашек. Игорь, мы с тобой какие-то дебилы, ты в курсе? Все мы, и вы тоже, наверное, в курсе. Сколько тебе лет, Адисон, уже? Мне всего лишь, мне 23 годика всего лишь, понимаешь? Короче, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а мы с Игорем погнали. Погнали, Игорь, погнали. Давай, Адисон, погнали, быстро, погнали. Побежали, быстро, полетели. Разговариваешь опять вторую серию подряд. Игорь, я бы тебя опять спросил, знаешь ли ты, что у меня в руке, но на сей раз у меня просто секундомер будет. И все. Ничего, ну ладно, хорошо, я так тебе поверил, конечно, да. Ничего особенного, короче. Я хана, я тебе угрожаю. Ты мне угрожаешь, в смысле ты мне угрожаешь? Тебе просто сейчас такая жопа, я такое придумал. Что ты придумал? Ну сейчас увидим. Вау, я увижу. Хорошо, у тебя есть 2 минуты, ты в курсе? Хорошо, раз, два, три, поехали, Игорь. Все, время пошло, время идет уже, Игорь. Дурак. Время идет, уже 5 секунд прошло, 6. Хорошо, Адисон. Значит, вот так ты, да, со своим другом просто так, А зачем я вышел из гемода? Я же должен смотреть, что ты там строишь. Так, 16 секунд прошло. О, уже минута прошла, Игорь. У тебя осталось уже 25 секунд осталось. 6 секунд осталось. Сказки рассказывай. Ну хорошо, вы смотрите, засекайте время, засекайте, Игорь шипы там ставит. Сколько у тебя там осталось времени? Времени у тебя еще осталось 1 минута 25 секунд. Серьезно, так мало? Да, так мало. В смысле так мало, еще больше, чем 1 минута. Ты же знаешь, я знаю, что ты их любишь, ты любишь свежесть. Я очень люблю вентиляторы. Игорь, я просто их обожаю на самом деле. Мое любимое, Адисон. Да, мои любимые вентиляторы. Игорь, у тебя осталось почти 1 минута, 1 минута и 5 секунд. Блэквелл, кто это такой? Дружбан твой, да, с района, Игорь? Так, их будет вот так вот, побольше. Не надо, какие ты с ума сошел! Игорь, мне кажется, это слишком много, не? Нормально, Адисон, ты мощный парень, так что я думаю, ты справишься. Спасибо большое за комплиментики. Игорь, у тебя еще осталось 30 секунд. А тебе еще рычаг нужно поставить. Слышь, ты в прошлый раз вообще рычаг, я тебе так чисто кину вообще его и все. В смысле кину? Я его как бы ставил в сундук. У тебя 20 секунд осталось, Игорь. Хорошо, вот смотри, тебе вот так вот рычаг, значит, да? Ага, да. Спасибо. Вот как обычно, да? Как обычно. Как обычно, сейчас что-то опять взорвется, это ж типичный Игорь, да? Игорь, у тебя 5 секунд, 5 секунд. Не надо! 3, 2, 1, все, время вышло, Игорь, хватит, ты уже больше ничего не... Ядрить, колотить, я сказал, хватит! Я понял. Обсидиан поставил. Вообще-то обсидиан нельзя ставить, Игорь. В смысле, кто? Не было таких правил. Ну, я тебе бедрок вообще поставлю. Так. Игорь, я готов. Бедрок ломать нельзя. Хорошо. Ну давай, готов? Давай. Ты точно уверен, что готов? Я точно готов, то что уверен. Давай. Неплохо ты сейчас. Завалировал. Давай. Давай. Раз, два, ты считай. Почему я должен считать? Давай, короче, по выстрелу, помнишь, да? Давай. Раз, два. И чё, и как? Окей. Игорь, не надо. Смотри, да, Вот заметь, ты сейчас сам это делаешь. Может, хватит этим заниматься? Игорь! Ты что меня столкнул, жопошник? Ага, смотри, ты... Мне кажется, вот тут надо паутинки. Не надо тут паутинки. Я думал, у тебя все просто здесь будет проходить. А, я думаю, что я не могу дальше пройти, это сраные вентиляторы. Я сам себя гранату кинул! Я дебил! Игорь, дебил просто! Ты что тут такое настроил, Игорь? Ничего, Адисон. Ты чё, с ума сошёл? Что такое, разбираешься с чебуречиками? Ага, вот оно, вот как ты меня решил подставить, да, Игорь? Вот как ты... Ты куда бегаешь там вообще, алло? Тебе не кажется, ну ты переборщил тут немножко, Игорь? Они ещё и респавнятся? Быстрее, Адисон, давай. Ну, хватит. Чебуречек на препятствие, чебуречек препятствует тебе, смотри.
Я горю, Игорь! Ты дурак, ты дурак, ты дурак. А где мой, а где рычаг? Игорь, вон ты... Он плавает рядом с чебуречком. Он взорвался, он вообще-то взорвался. Игорь, нет, рычаг взорвался! А вижу, 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 вижу! Подожди. Хана твоему чебуречку. Ты что, дурак? Ты что? Где рычаг, мать твою, за ногу, Игорь? Понимаешь, что рычага тут больше нет, все. Ты что, дурак? А, выкинул, выкинул. Он мне его сейчас выкинул. Он типа, смотри, ты не заметил, он у тебя в инвентаре был. Ты что, думаешь, сейчас не пошарый? Смотрите, 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 смешно его. Спасибо, ага, ага, да, да. Куда ты брёшь, куда ты там брёшь? Я в яму, подожди, Игорь. Я ты бежал, слышь, кругаля такого навернул. Какого кругаля? Ну ты меня подожди, ты меня... О, ядрить, колотить, Игорь. До свидания. Все, 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 все. Да, 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 да. Жопошник, просто жопошник. Ты еще давай паутину поставь вот сюда, чтобы я рычаг не смог поставить. Да иди ты нафиг. Ну ты сволочь, конечно. Ничего себе, что ты за звуки издаешь? Салютики. Потом напишите в комментарии, на что похожи эти звуки. Так удали этого дебила, ей-богу, ну он заколебал меня уже. Все, 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 бери свой предмет в руку, сейчас я буду тебе испытать. Да ты меня заколебал! Пошли, потопали, Игорь. Игорь, 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 Игорюня, Игорюня. В общем, сейчас... Тихо, не мешай, у меня тут в руках такое вообще. Что? Опиши форму, опиши форму. Какое это? Продолговатое, Эдисон. Ага. Железное, пластмассовое. В смысле? Кожаное. Ну, типа, все естественно, понимаешь? Все естественно. Хорошо, дай мне сейчас скажу. Все естественно, все сделано в мире из чего-то. Из чего? Секундомер, Эдисон, секундомер. Секундомер, ну я так и подумал, я так и подумал на самом деле, что секундомер. Ты давай засекай уже свои две минуты, давай. Раз, два, три. Если что, у тебя время уже пошло как-то. А, уже? Уже? Да, это типа меня замедлять будет, да? Нет. А что это такое будет? Это твоя смерть будет, Игорь. А что это ты большое поле какое-то построил? А, значит, обсидиан, значит, ты мне вот так стишь, да? В смысле большое? Какое большое поле? Ты о чем, Игорь? Просто что у тебя 20 секунд осталось. Давай три! Давай три сразу осталось. Хорошо? Раз, два, три, Эдисон. Стоп! Стоп! Ага, дебил. Да, 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 что? Не, Вася, ну это серьезно, это не, ну это не серьезно, это не серьезно. Так это серьезно или это не серьезно? Это не серьезно, Эдисон, удаляй, удаляй. Ну, Эдисон, ты же дурак, ты понимаешь, три... Три уровня, ну, да? Ну, дебил. Да, да, все будет нормально, Игорь, ну не парься ты, ну, я тебе зуб даю. Я тебе зуб даю, я тебе зуб даю, все будет нормально, не парься, Игорь. Я тебе отвечаю. Смотри, 623-4. У нас. Видишь, какое появляется? Я с тобой не разговариваю. У тебя одна минута, но я с тобой не разговариваю. Так, нет, да, давай у меня одна минута, давай ты со мной будешь разговаривать, Игорь. Видишь, смотри, как тебе тут будет просто на самом деле все это пройти. Это моя фишка, слышишь? Это вообще нечестно. А, твоя фишка, хорошо. Моя фишка есть. Хорошо, тогда будем вот так делать. Дебил, убирай, ну все, это нечестно. Дебил! Уйди! Вот видишь, ты сам себе проход сделал, все нормально, все нормально. Нормально, так пойдет, чувствую, пойдет. Это не пойдет, Эдисон, не пойдет. Не пойдет. Ой, твои дружбаны, Игорь, твои дружбанчики. Сколько у меня там? Я чувствую то, что я отлично справляюсь на самом деле. У тебя осталось 10 секунд. Сколько? 10. 10 секунд. Да что ты врешь? Ну ладно, сейчас 10. Ты даже сейчас врешь. 8, 7, 6, 5, 4. Ты рычаг положил? Да. Два, один, стоп, стоп, стой, хватит. Все, 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 все. Ну что, Игорь, ты готов принять бой? Ну что, Игорь, по выстрелу ты бежишь, да? Не буду никуда бежать. Давай, 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 Игорь, давай. Раз, два, чик-чик. Стрис, 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 давай, побежали, побежали. Не в ту сторону, дебил, не в ту сторону. Подожди, надо включить это... ускорение, ускорение. Так вот, вот так вот. Так, давай без вот этих твоих штук.
Понял? Иди сам. Что? Ты по-твоему нормально вообще? Ты чё тут всё взорвал? О! Это как? Это что было вообще? Это как? Ты сам себя взорвал. Каким образом? Да, вот такие. Да ты задрался своим пулеметом. Ты говорил в прошлой серии, ты не будешь его больше. Да я больше его не буду, хорошо. Ты смотри, как подлетел, а. Так, нужно подумать, Эдисон, подожди. Успокоился там быстро. Эдисон, да я умираю, хватит. Хорошо, я больше не буду, Игорь. Ты смотри, яблочко нужно, яблочко кушать, яблочко, Игорь! Ой, яблочко. Я блищи нужно кушать. Да я ничего не делаю. Так, убегаем, убегаем, убегаем. Какие убегаем, что ты там... Почти, что ты там делаешь, и... Так. Все в порядке, все в порядке. Все чувствую, чувствую, идет, все под контролем. Ага, все идет, значит, да? Так, Эдисон, все, стопэ. Спанпоинт. А что мне это твоя мыча, мыша летучая? Мыча. Да ничего. Мыча, мучача. Ты думаешь, меня это остановит? Да не, я так не думаю. Ой. Я лаву убрал. Я убрал лаву! Я убрал лаву, Игорь. Я пытаюсь. Так. Ты что, дурак? Кто говорил, что так нельзя, или что, или можно? А так можно? Конечно. Игорь, так нечестно вообще-то, понимаешь? В смысле нечестно? Все честно, Эдисон. Куда ты? На. Ладно, возвращаемся. Дебил! Что ты делаешь? Игорь, в какую сторону мне вот идти надо? Тут, там, где много лавы. По-моему, наоборот. Нет, по-моему, туда. Подожди, я просто выгляну, куда мне? Да, мне туда. Туда? Хорошо, давай, Игорь. По-моему, дырка просто максимальная, понимаешь? Что здесь за говно настроено? Я ничего не строю. О, это мыши летучие. Да, давай. Игорь, давай. Сраные Бэтмены. На, тебе там блоки я дал. Держи блоки. А у меня есть со собой. Все наше, все свое нашло. Давай. Ты офигел? Так. Ах ты ж сволочь, Ну ладно, Игорь, я робил свою жирную сраку, я тебе даже похлопаю, ты молодец, ну смотри, как ты тут напортачил. Тебе все это перестраивать, это не тебе... Ты кто? Молодцы в конюшнях, а я умничка. Я даже не спорю, все, Игорь, потопали. И мы прибыли... Это переход? Это переход своими руками. И мы прибыли. Еще один переход. Хватит. И мы прибыли на нашу стартовую позицию, где с вами будем прощаться. Игорь, что? Да хватит переходов. Что нужно сделать, чтобы вышла следующая серия? Не нужно. Ну как, лайки ставить? Лайки нужно ставить. Вот давай ты сейчас лайкусики поставишь. И если наберем много, хотя бы 25 тысяч лайков, я обещаю, то что сразу же выйдет следующая серия Креатива против выживания. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Все, Игорь, я с тобой больше не записываю. Ах так, значит. Да я пошутил, записывайся, лайки наберем. Все, пока!